когда-то давно я общался со своим другом-психотерапевтом, и он сказал мне: «Ты не должен делать свою работу бесплатно, и если ты делаешь свою работу хорошо, то ты не должен брать за нее маленькую оплату. Тем самым ты обворовываешь своих клиентов, ты отнимаешь у них возможность получить максимальную пользу». Когда-то давно люди искали своего мастера, и это очень хорошая аналогия. Когда человек, пройдя 1000 километров, получает какую-то духовную информацию, он получает максимальный духовный заряд и максимальную пользу, потому что эта информация стоила ему труда. Этот принцип работает и сейчас. Только нашим билетом в эту пользу и эквивалентом труда являются деньги. И дело в том, что если вы получите это бесплатно, этот факт невозможно игнорировать. Если человек платит, это является билетом к необходимому восприятию информации и максимальной пользе. А то, что бесплатно, не стоит ничего, будь это хоть самое ценное духовное откровение. Так это работает. У Осho в его книге «Вигьян Бхайрав Тантра» он говорит о сдаче и о готовности ученика. На мой взгляд, он говорит именно об этом. Готовность – это то, чем ученик готов пожертвовать ради своего развития. Готовность заключается в действии. И то, что вы оплатили этот курс, это и есть то самое действие. И я благодарю вас.